Блин! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик. Всем привет. Сегодня мы начинаем проходить классную игруху FNAF Coop. Это первая часть. Если тебе кушать, приятного аппетита. А у нас сегодня сюжеточка. Вентиляция, видишь, она слишком низкая, они сюда не поместятся. Поэтому у них головы, они не физичные, их нельзя потрогать. Это, кстати, прикольно. Классная пиццерия, все очень круто сделано. А это трындит и трындит. А мы пока все здесь рассмотрим. По красоте. Так, надо найти карточку синюю такую, ее надо будет потом вставить, когда энергия закончится. А где она? Она может быть в рандомном месте, она везде спавнится всегда. Я ее ищу. Я тоже ищу ее. В туалетах давай поищем, может кто сбросил. Обосротейшн. Ой, кстати, я нашел место, когда ты до этого записывал на вкуп. Тут тебя подсаживали на стеллажи. Я помню, да. Но они туда доходят все равно, они везде. Да. Где бы я ни прятался, не, я знаю одно место, на которое, в которое можно спрятаться вот на час игрового времени. Это там за генератором, они там не могут пройти. Так, что у нас тут? Ты нашел карточку? Нет, еще я вот... Ты, я не могу найти. Кстати, мне интересно, зачем в туалете двери поставили, ну именно, которые входы женские и мужской? Ну, чтоб не видно было все. Карточки нету. Работа. А где наша энергия? Она, ее не видно. Но она заканчивается примерно, если экономить, да, вот так вот дверью лишний раз не баловаться и закрывать их, да, только в самый нужный момент. Или вообще не закрывать. То тогда энергия закончится где-то в 4:30. Опа, это какой-то шум пошел. О, вот так пусть стоит. Это камера. Ищем карточку. Да, ищем. Где-то здесь лежит она по-любому. Тут подвала нету? Нет. Кстати, печально, что не подвал. Угу. Классно сделано. Такой прикольный. Да тут вообще все круто сделано, но при этом очень страшно. Не надоело ему трындеть? Ты не знаю. Наверное, как я. Любит поговорить. Кстати, попрыгай. Вот ты слушаешь, такой прикольный. Как будто я бьюсь головой об потолок. Не, как будто бы ты срёшь. А карточки нету, Ярик. Наверное, ее и не будет. Может, позже заспамнится? Да, наверное, позже. Но я с другом ее один раз находил. То только она спавнилась, где-то в 3 ночи мы ее находили. Но она поздно, наверное, просто спавнится. Поэтому мы ее сейчас не найдем. Кстати, вот иди сейчас. Бонька, Бонька активировался, Ярик. Так, беги, беги, он рот открыл, он рот. Он сейчас будет бежать за нами всеми. Я смотрю, смотрю за ним. Мне он стоит. Он бежит! Он пробежал только что, видел? Он только что пробежал. Я закрыл двери. А так мы можем... Давай его подразним, что ли? Он а где он? Вот он, видишь? Не, так, Ярик, я боюсь. Ты так с ним обращаешься, как будто он никто. А я его очень сильно боюсь. Да? Эй, чилипиздрик стоит там. Я дверь пока открою с этой стороны. Кстати, в первую ночь чека вроде бы не активизируется, или активизируется где-то, ну, в 4 утра, наверное. Бонни рот открыл. Если он открывает, внимательно. Надо спрятаться от него. Если он меня не видит, то он рот закрывает, а ты типа... Опа, пошел, пошел на кухню! Ты типа предупреждение, я злой. Ярик, осторожно, он тебя может убить. Или от него легко сбежать? Нет, от него легко, он очень медленный. Вот от Чики более труднее сбежать. От Боньки вообще легко. Можешь даже дверь открыть, не тратить энергии. Потому что чем раньше кончится энергия, тем тяжелее будет потом найти ключ. А где он? А он где-то там, возможно, ходит. Но я его не вижу, давай. Он посмотрим. Сзади нас! Да давай просто походим от него, побегаем, он очень медленный, видишь? Я его боюсь, если честно, чуть-чуть. Напишите в комментариях, боитесь вы аниматроников? И какого аниматроника больше всего вы боитесь? Стоит и такой звук издает, звук зомби. Папа, беги, он сейчас будет за тобой бежать, спрячься от него, вот. Вон, он за мной, осторожно, ты только что... Блин, а так рядом пробежал, у меня аж сердце чуть не встало. Так, проходим дальше. Ждем. Чоник, а в этой ночи еще кто-то живет? Да, Чика вроде бы должна, но под конец там в 4 где-то. Ну, ты меня успокоил, это все хорошо. Если он откроет рот,
Все, беги, прячься от его поля зрения, забеги куда-нибудь за угол, чтобы он тебя не... Он ко мне бежит? Ну вот видишь, он рот открывает, это значит, что он злой. На грани злого. Блин, фонарик как-то так светит, странно. Блин, я не могу к тебе пройти, он постоянно рот этот свой открывает. О, все. Вижу, вижу, вижу его. Да, без фонарика печально здесь. Опа, опа, Рубай. Внимательно. Рубай. Он идет прям по столам, Ярик, прям по всем идет. Ой, впервые в жизни хочу употребить это в прямом смысле. Бонни, закрой рот. А! Блин, Ярик! А чё он так сделал? А ты, он рот открыл, а ты не спрятался от его поля зрения. Это тоже такой прикол. Я не знал, что у него такой режим есть резкий. И все, мы проиграли. Нет, у меня есть еще шанс, конечно. Маленький, но есть. Так, а как за тобой наблюдать? Б, М, Е, Q. Ты тоже умер? Нет. Я тебя убью. На F12, походу. Отлично. Ярик, смотрю за тобой, наблюдаю. Слава богу, я думал, что если я умру, то мы вдвоем умрем. Не-не-не. Ловишь, он начинает ходить по кругу офиса, типа. Ярик, я знаю, что ты, я знаю, что ты протянешь эту ночь. Я в тебе верю. Потому что что-то я не справился. Первую ночь вообще на изич проходится, вот видишь? Ярик, давай, на тебя вся надежда. На тебя будет смотреть миллионы человек. Ты должен затащить. Он просто по кругу ходит. Все, это вся тактика борьбы против него. Просто двери поочередно закрываешь и все. От него больше нет никакой тактики. Ну, именно в офисе. Сейчас, кстати, энергия уже должна сесть. Скоро. Так, вот, так, вот. Смотри, какой страшный челик. Прям, знаете, ходит возле двери, как этим очень сильно напрягает. Такой вызывает напряжение. Молодец, Ярик, молодец. А я знаю, когда он с анимацией бегает, то он перемещается куда-то очень быстро. Значит, он... Смотри, как он ходит. Блин, он такой страшный. Ха-ха-ха, я его боюсь. Просто вот такие вот появления, часто он появляется в тех местах, там, где ты закрылся. Ярик. Чика. Чика! Ярик, она за тобой. Блин, я так боюсь. Я да так боюсь. Да нормально, не ссы. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, стараемся поднять вам настроение и снимаем очень крутые игрушки. И с сегодняшнего дня будут выходить разные игры на моем канале. Кто этого ждал, вы дождались. Гаррисма тоже будет выходить, но не каждый день. Мы скачали все 4 части по FNAF, поэтому будем все 4 части проходить. Так что можете написать в комментарии, какую следующую часть нам попроходить. Или это уже до конца пройти. Ярик, бегут! Нет. А вот. Ярик, очень стрёмно. Да чё стрёмно? Ну, уже как со своими родными. Ты уже много, да, играл в FNAF Coop? Да, я за сегодня, наверное, часа 4 наиграл. Еще вчера плюс наиграл тоже. Немало времени. Сложная часть? Первая часть? Нет. Вторая самая сложная, там куча аниматроников ходит. Там в первую ночь активизируется сразу 2 аниматроника практически сразу. Офигеть, как стрёмно. Да вроде бы норм. А тут можно третьего лица включать как-то? Нет, к сожалению. Можно на себя в зеркало посмотреть, сейчас я покажу. Понял. Вот, вот зеркало. Красавчик. Так, у нас уже 4 часа, должны затащить. Да, Ярик? Сейчас свет должны выключить. Да и, скорее всего, мы не затащим. Не, затащим. Сейчас, если свет вырубляют, то все. Кстати, я как-то раз один мог запереть Бонни и Чику в офисе. Я так, пока свет не отключали, бегал по пиццерии и просто обаловался. Так, смотри, вот, смотри. Я сейчас покажу, как это делать. Ярик, не рискуй, давай пройдем. Да не, я пройду так. Я уже так делал еще раз. Все равно уже 4 утра, я могу сейчас за генератор забирать. Да, и можно за минуту до конца ночи проиграть. А, нет, вот она рот открыла, мне надо спрятаться. Вот. Вот, я как-то... Не, Ярик, не рискуй, не рискуй. Ладно, все, короче, я просто могу их в офисе. Пошла. Да-да-да, просто держи их в офисе. О, все, она так и будет тут ходить? Да, все. О, они... так и стой, мы проходим ночь, ребята. Мы нашли лайфхак, как проходить FNAF. Коп. Да это будет действовать где-то до 5 утра, там свет уже по-любому выключат. И мне придется за генератором спрятаться. Смотрит так на тебя прикольно. Кстати, каждой ночью, с каждой ночью все меньше и меньше энергии дают.
Я просто с другом ради интереса на 6-ю ночь зашел, так у нас уже в 2 часа ночи энергия закончилась. Ой. А смотри, как долго держится. Вот. Не, Фредика и Фокси в этой ночи не активизируются. Ого! Ого! Что это с ней? Это она разозлилась. Вот, она меня через стекло... Как Ярик, не видишь? Подходи, я боюсь. Лучше так и стой. В смысле ты боишься? Ну так ты вдруг проиграешь? Я хочу, чтобы мы затащили эту ночь. Во, сейчас в 5 утра должны выключить энергию. Так ты стой, а что ты бегаешь так по бокам? Вот, потому что они могут выбежать, есть маленький шанс. Вот как сейчас, допустим, вот, да? Все, сейчас уже свет выключат, да и к тому же я могу просто сделать вот так вот, и все, и они меня больше не достанут. Да? Да, главное только найти нужный пиксель сейчас. Вот. Вроде бы вот так вот. А как ты знаешь? А тут есть пиксель определенный. Вот, 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 вроде бы вот этот пиксель. И что? Может проверить, но они меня не смогут достать до 6 утра. Этой ночью они не очень умные. Да, вот так можно, разве что, и все легко? Да. Так классно сделано, что свет мерцает, очень круто сделано, антуражненько. Кстати, взяли пропы все из Гаррисмода, я вижу. Да, тоже пропы из Гаррисмода. Разве? Да. Это все проб. Вот это пропы из Гаррисмода, вот это пропы из Half-Life 2, его в Гаррисмоде нет. Это лампочка из Гаррисмода. Я и не знал. Вот они там вдвоем сейчас, короче, по идее, должны быть за тем генератором. Но я не буду выходить, потому что если они там встанут, то тогда они смогут обойти его. Не-не-не, не надо нам обходить, нам надо пройти по-любому. Ой, Ярик! Вот об этой вот телепортации я-то и говорил. Они могут телепортироваться. Мне это не сильно. Это было жестко. Сейчас я бы не знал, я бы обосротейшн. Круто, круто, давай. Главное не рассказать. Это я! Да, твои кишки. Блин! Нет, кишки не надо из жопы. Правда, у тебя какие-то кишки из шеи, наверное, или из спины. Так, четкая ночь, проходим. Все, я прошел. Все, нет, еще. Даже... Еще 15 секунд, они могут тебе тэпыхнуться. Они. Нет, они не тэпаются так часто. Они только если ты в каком-то одном месте зашкерился и сидишь, и они не могут к тебе подойти, только тогда они тэпаются. А, класс разработчик сделал, молодец. Респект ему. Все, 10 секунд, это уже очень мало, они мне не успеют уже ничего сделать. А вдруг успеют? Даже если свет выключат, они в той конце, они в том конце карты. Они не знают, как выйти из генераторной. Так мы вообще, считай, двери не использовали. Чё двери сядут? Не сядут. Вон Чика рот открыла. Ну, я могу даже не опасаться того, что она рот открыла. Всё. Мы прошли. А я могу ожить как-то, не? Нет, жди, сейчас следующая ночь будет, и ты оживёшь. Так ярко всё. Да, чем-то похоже на Гаррисмод. Что-то есть похоже. Вот Чикуля стоит. Вот Банюля где-то. Где Бонька? Я не знаю. Я его последний раз тут где-то. Да Бонька. Теперь он от тебя запрятался. Окей, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.